Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Елена. Сегодня я хочу поделиться с вами своим заказом Эван по 16 каталогу. Заказ был небольшой, лично мой, но в целом клиентский заказ был большой. Я получила много подарков. Некоторые из них очень даже смешные. Сейчас я вам все подробно расскажу. Первое. Мне пришел вот такой вот календарь на 2015 год от Avon. Кстати, я его не заказывала, удалила из каталога, все равно он не пришел. Вернее, удалила из заказа. И вот таким образом здесь можно вешать его. И по месяцам мы видим календарик. Ну, симпатичный, конечно же. Так, дальше. Заказала я два мужских парфюма. Там были два по одной такой определенной цене. Заказала в подарок своим сыновьям. Это Black, вот такой вот парфюм. Еще я не открывала, но аромат я знаю, очень мне нравится. У меня этого парфюма в заказе было несколько штук. Есть любители этого парфюма, и я тоже решила заказать. Это туалетная водичка, здесь 75 миллилитров. Давно я хотела заказать эту Аква, очень мне понравился аромат по каталогу, 75 миллилитров, тоже туалетная вода. И я думаю, тоже понравится. Как живой аромат звучит, я, в общем-то, не слышала, но по каталогу мне нравился. Понравился, по крайней мере. Так, следующее. Заказала такой крем для рук, смягчающий с маслом оливы. А у меня такой крем из этой серии есть, только он с маточным молочком. Этот с оливой. Он такой, мне кажется, все равно он полегче, чем тот. Тот более плотный, более питательный. Этот, ну, смягчающий, но более легкий такой кремик. Быстро распределяется, быстро впитывается. Приятный такой аромат. На зиму, я думаю, тоже пойдет. Но тот мощнее, который с маточным молочком, тот более интенсивный крем. Этот более легкий. Далее. Заказала карандаш. У меня закончился. С последней странички можно было выбрать карандаши по выгодной цене. Вот такой вот цвет, по-моему, называется загадочный лиловый. Машенька Мария, Машенька, тебе привет. Она его рекомендовала когда-то, я его брала. Очень мне понравился цвет. Он практически под все мои помады подходил. Очень быстро закончился. Сейчас у меня несколько карандашей, но почему-то мне этот полюбился цвет больше всего. И мне он больше всего и нравится. Вот такой вот цвет у нас идет. Мне очень понравился, как я сказала. Идет под все помады. Опа-опа. И я неаккуратно открыла. Бывает. Руки в креме скользили и соскользнули немножко. Так, далее. По распродаже заказала я вот такую вот сыворотку. Корректор морщин. Вообще, если вы заметили, что кремами чаще всего Avon или Oriflame я для лица не пользуюсь. У меня уход либо корейский, либо американский. Но вот решила, была такая заманчивая цена на эту сыворотку. Такая малипусечка. Решила попробовать. Пока ничего сказать не могу. Но вот решила все-таки взять. Далее. Для мамы заказала вот такой крем. Виноград и пшеница 50+, гель для кожи вокруг глаз. У нее вот из этой серии дневной-ночной, ей очень нравится, и вот такой крем попросила заказать. Очень приятный аромат, аромат просто обалденный у этой серии. Ну и эффект маме тоже, как сказала, нравится. Вот, в общем-то, это был весь мой заказ. Дальше пойдут сейчас подарки. Первый подарок. Это три вот таких вот продукта. Это у нас освежающий с витамином С и Е. Гель для душа идет, яблоня. Идет лосьон для тела и спрей для тела, тоже яблоня. Очень приятный аромат яблочка. Приятно было получить такой подарок. Не знаю, оставлю себе или тоже кому-то подарю. Честно говоря, не очень люблю вот брызгаться этими спреями. Какой-то у меня эффект от них, ощущение какое-то... липкости не слишком мне нравится. А вот гель и лосьон, это, конечно же, с удовольствием я буду использовать. Дальше. Подарки, которые пришли там, если вы наберете на определенную сумму за одну, по-моему, тенге у нас, я живу в Казахстане, приходят подарки. И у меня, так как заказ клиентский был большой,
пришло аж 5 подарков. Но подарки, конечно же, смешные. Первый подарок, еще более-менее полезный, я считаю, это вот такой SPF 50 здесь плюс. Это защита от солнца, детский такой крем для тела. Лосьон для тела. Но я считаю, что пригодится не только детям, можно и взрослым, также такая же защита, плюс еще раз детский, значит, более даже полезный. Поэтому этому продукту я рад. Да? А все остальное это просто смешно. Вот такие сланцы, как видим, они красивые, конечно, я бы была рада, но размер 40-41, я ношу 38 размер. Они мне огромные, эти сланцы. Конечно, сланцы красивые, я бы радовалась, но не знаю, может быть, все-таки как-то я можно отрезать все-таки такая ткань и сделать поменьше. Пока не знаю с ними, что делать, вот лежать, даже подарить некому, у нас ни у кого такого громадного размера женского, что 40-41 нет. Следующий, не менее интересный подарок. Я думаю, что же здесь такое пришло. Извините, что шучу. Сейчас я вам покажу это чудо, которое я получила в подарок. Я думаю, что я вам кому-то подарю, какой-нибудь девочке молоденькой. Может быть, ей подойдет и больше. Это вот такой топ идет. Он двойной. Внутри сверху кружавчики, а внутри идет тканюшка такая. И вот, как видим, этикетка, это, наверное, спинка. Черненькая такая и перед. То есть просто вот так вот одевается, без лямочек, без ничего, и все. И будет вам счастье. Вот такой вот топ пришел в подарок. Ну, естественно, такой я носить однозначно не буду. Я думаю, даже не каждая молоденькая девочка тоже такое и оденет. Далее. Пришла бижутерия. Вот такая коробочка. Знаем бижутерию Эван. Эйвен бывает очень даже хорошая. Я когда увидела коробочку, я обрадовалась. Думаю, ну, слава богу, хоть что-то хорошее. Итак, давайте посмотрим, что же здесь пришло. Пришло вот такое вот кольцо. Ну, тоже, конечно же, смотрится как кукольное. На руке огромнейшее. Я такое не ношу. Но где-то, может быть, на какой-то маскарад поприкалываться, одеть такое колечко. Даже и дарить мне кому-то его и неудобно. Короче, вот такой вот перстенек. Единственное, что хорошо, что размер, конечно, здесь вот регулируется. И можно подобрать под любой пальчик. Это колечко. Такое вот колечко мне пришло в подарочек. Давайте бумажечку берем. И еще последний подарок. Вот тоже бижутерия. Тоже, в общем-то, открываем, смотрим. Вот таким образом все запечатано и было, как я вам показываю. И здесь тоже находится колечко. Колечко, конечно, очень красивое. В принципе, посмотрите, как переливается красивое колечко. Но это колечко 19,5 размер. Колечко, которое... Мне кажется, мужчине будет как раз. Но явно, что это не мужское, это женское кольцо, потому что все оно вот впереди с мелкими стразиками, очень красивое. Но несмотря на то, что у меня пальцы достаточно не маленькие, где-то, наверное, размер 18 у меня вне, но, как видите, большое, даже из-за большой палец, оно мне свободное. То есть, в общем-то, прислали то, что было особо не надо компании Эйвен. Вот такие подарки у меня, такой заказ получился. Интересно, что вам прислали, тоже посмотреть, если такая акция действовала. Надеюсь, что вам повезло больше. Ну, в любом случае, дареному коню зубы не смотрят. Всем вам спасибо за внимание, всем всего доброго, удачного шопинга. Пока-пока!